Воспитанники детских садов Красногорска вышли на старт Крещенских морозов – традиционного лыжного фестиваля для самых маленьких. Инициатором соревнований более 20 лет назад стал прославленный местный спортсмен Сергей Веселов. Он, наш красногорский воспитанник, занимался биатлоном. Потом у него начали подрастать дети, у него трое детей. И он решил заниматься, они решили заниматься спортом. И мы с ним поговорили один как-то раз. Он говорит, давайте проведем для детей такие соревнования, веселые старты. Ну и назвали их «Крещенские морозы», так как первый раз проводилось это 19 января, а это как раз крещение. Строго на крещение фестиваль уже не проводится, но неизменными остались названия, масштабы и огромное число желающих посоревноваться. Этой зимой на лыжном стадионе 51 команда, то есть 1200 дошкольников. Большинство от 3 до 7 лет, а вот Вася Усиков – исключение. Малышу всего год и 7 месяцев, но он уже на лыжне. Наравне со старшими ребятами старается преодолеть 300 метров дистанции. За рвение юный спортсмен определенно заслужил награду. Впрочем, она, независимо от результатов, ждет на финише каждого. Этим и славятся Крещенские морозы. Тебя как зовут? Лиза. Лиза? Да. Умница, Лиза. Молодец. Браво всех! Браво. Атмосфера праздничная, прекрасная. Все организовано замечательно. Нам очень все понравилось. Здесь чувствуется такой спортивный дух соревнований. Я рада, что ребята в этом участвуют наши. Крещенские морозы как возможность стать ближе к традициям, причем не только спортивным, но и народным. После соревнований ребята и их родители познакомились с бытом коренного населения Крайнего Севера, а именно Чукотки. Тут и забавы, и ярмарка ремесел, и привычный для местных транспорт – оленья упряжка, покататься на которой вызвалось немало добровольцев. Едва ли меньше желающих опробовали бураны. Снегоходы предпочли любители прокатиться, что называется, с ветерком.